кажется порой, что солдат с кровавых не пришедшие поры не в землю нашу полегли когда, а превратились в белых журавлей. До сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Бессмертный полк. Не работает.
включить. Во. Уважаемые труженики тыла. Тише сделай. Вы пройдите, пожалуйста, к памятнику. Его все отключают. Ну, что случилось? Они не живут. Все было, проверили, но... Семен Сергеевич. Вениамин Дмитриевич. Иван Лазаревич. Кто здесь? Подойдите, пожалуйста. Дмитрий Петрович. Проходите сюда, Семен Сергеевич. Пройдите сюда, до лавочки, пожалуйста. Ну, я вижу, вы стоите же. Пройдите сюда к нам. Маргарита Ивановна, вы где у нас? Проходите сюда, пожалуйста. Я не вижу всех, кто-то еще есть. Подходите, пройдите сюда. Девятое мая. День нашей гордости, нашего величия, мужества и отваги. День нашей памяти. Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам мир, весну и жизнь. Слово для открытия митинга предоставляется главе администрации Легостаевского сельсовета Татьяне Николаевне Рыбаковой. Дорогие друзья, 73-й раз все люди нашей Родины собираются вместе, чтобы отдать дань памяти, гордости за всех тех, кто отдал свои жизни ради того, чтобы мы с вами сегодня жили в мире, в добре, чтобы в каждом доме было благополучие. Очень приятно отметить то, что когда мы собираемся в этом месте, в святом для нашего поселения месте, приятно видеть, что молодое поколение, наши дети рядом с нами. Это говорит о том, что мы на верном пути. Это замечательное качество в каждой семье, в школах, в детских садах проводить работу по патриотизму, чтобы все наши дети знали, помнили, во имя чего наши жители ушли на войну и сложили свои головы. 7063 человека было признано районным военным комиссариатом из нашего села. И только 1642 человека пришли домой. А остальным не суждено было вернуться в свои семьи, любить, жить, созидать, строить. Поэтому на всех живущих ныне лежит огромная ответственность строить эту жизнь, чтобы Россия была сильной державой, чтобы все, что задумывается, чтобы все планы, которые выстраиваются, исполнялись. Я всех вас поздравляю, желаю, чтобы все были здоровы, чтобы всегда были с положительным зарядом энергии, чтобы несли в эту жизнь только добро. Пусть будут благополучны все ваши семьи, пусть всем старшим нашим людям будет достаточно внимания от их детей и внуков. С праздником вас! Всего вам самого доброго!
День Победы! Праздник всей страны! День Победы! Наш бессмертный взлет в нашем сердце, песней, светом. День Победы вечности встает. День Победы! Два коротких слова, но какой у них большой размах! Сколько бесконечно дорогого в этих замечательных словах! Слово для поздравления предоставляется директору Легостаевской школы Светлане Юрьевне Чукаловой. Сегодня великий день, День Победы. Никогда не померкнет память о тех людях, кто ценой своей жизни приближал победный май 45-го года. От лица педагогического коллектива, от всех школьников, детей, я поздравляю вас с этим великим днем. Желаю счастья, здоровья, успехов, долгих лет жизни. С праздником! Много лет нашей славной победе. Снова мирный закат, тишина, и неслышно идет по планете возвращенная людям весна. Позади уже дальние дали, годы в тумане видны, и давно уже взрослыми стали внуки тех, кто вернулся с войны. Он защитил тебя на поле боя, упал ни разу не ступив назад, и имя есть у этого героя великой армии, простой солдат. Давайте все минуту помолчим, помянем с болью тех, кто не вернулся, кто в полный рост а пулемет споткнулся, идя в атаку сквозь огонь и дым. Давайте все минуту помолчим. Мы жизнью им обязаны на свете, и сами мы, и даже наши дети, их подвиг не забыт, не повторим. Давайте все минуту помолчим. Объявляется минута молчания. Звучит призывный залп салюта, как будто пушка оживает. В честь наших воинов, погибших на полях сражений, прозвучит салют. После салюта, дети, отпустите шарики в небо. Но после салюта. Помните,
через века, через года помните. А тех, кто уже не придет никогда, помните. Не плачьте, в горле сдерживая стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните, песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните, детям своим расскажите о них, чтоб тоже запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже помнили. Во все времена бессмертной земли помните к мерцающим звездам, ведя корабли, о погибших помните. Встречайте трепетную весну. Люди земли, убейте войну. Люди земли, мечту пронесите через года и жизнью наполните. Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. А сейчас прошу возложить цветы, венки и гирлянду монументу. Солдат
кровавых, не пришедшие полем, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Простите, ребята, извините. Да нет, все.